Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум о статусе российской мовы, как второй официальной, второй национальной. Наберет он 30%. И что, это удовлетворит людей? Я вот уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по-другому действовать? Может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно, и тогда уже заниматься этим? Может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно, и тогда уже заниматься этим?